Здорово, народ, вот и подоспела долгожданная нарезка со стрима. Предупреждаю заранее то, что первая часть этого ролика будет в не совсем хорошем качестве, потому что я качал запись стрима с ютуба там, где есть изображение с вебкой. Но сразу говорю, это не делает ее менее угарной. Также перед началом ролика хочу напомнить, что в телеграм-канале я периодически выкладываю песни, которые я использую в своих роликах. А еще максимально онлайн на этом стриме достиг полочки в 900 человек. По голосу не передать, насколько я рад, но все же знайте, вы красавчики, мне очень приятно видеть такие цифры у себя на стримах. Ну а теперь, чтобы не затягивать, давайте перейдем к самой нарезке. Думаю, вы ее достаточно долго ждали. Камбус и все, что только можно. Какое самое крутое место для тату девушек? Хуй. Поясница, там бабочку набить и все. Самое охуенное. Или же какую-нибудь цитату на латыни. Вот здесь вот хуярят все как один. И пацаны, и девчонки. Или же ловец снов на икре. Если вы видите этого человека, вы знаете, он очень оригинальный. Если человека, вы видите человека, который говорит в стебном формате про чью-то оригинальность, знаете, он тоже оригинальный. Еще он долбоеб. Ребят, зарубежный сервер, кстати говоря. Давайте попробуем. Нихуя, блять, это что, это охуенно или хуёво, блядь? Сделай поменьше звука у донатов, но тогда их не будет слышно. В чем прикол тогда донатов, если их не слышно? Модеров в чате нет, и у меня до сих пор я в раздумьях насчет одной темы. Сделать эту сраную спонсорку, чтобы у людей были иконки в чате. Самый, типа, большой уровень спонсорки, он будет вместе с собой, с этими иконками, нести и с названием оригинальным. Он будет еще нести с собой модерку. Типа, чел отдаст, условно говоря, там, косарь 2. Мне кажется, он вряд ли будет перебанивать массово всех, кого только видит. Когда выйдет обнова на Боброграде, прям точная дата. Я не знаю, это от кодера зависит. Там он им пусть занимается, этой обновой, и все. Как ты делаешь текст на превью? Ну, во. Во. И во. 570 человек, вы чё совсем? Нихуя, блядь! Вы чё, Сигарисмод пришли смотреть, серьезно? Мы пришли тебе, да вы охуели, что я вам сделал такого, за что меня рдэймить? Я просто чел, который, блядь, угорает со школьников и все. Кого? Нахуй тут сглаживание 8x стоит, какого чёрта, блядь? Кто не запишет, тот пидорас. Приложение не отвечает, блять. Сука, хуй. Сглаживание, блять, поправил. Нихуя, блять, это что, охуенно или хуёво, блять? Блять, держи мэрию за лицензией под хитрую еврейскую. Ебался отсюда. Ого, сейчас. Ждем реакции. Закружите его, окружите, окружите, алмаз вип, ебаните. Don't kill me, please. Пиздец. Да там чел еврейскую музыку услышал, а у него дед немец. Все нормально. Какой твой любимый цвет волос? Посмотрите в чатку, за чего там забанили вверху чела. Навсегда, Ева-01. Наш перебанят. Охуенный бан, пацаны. Нас перебанят. Блять. Ла, закрой, слышишь? Никита, спасибо. Проснулся, чел. Спит, блять. Все? Это все, на что ты способен? Кстати, надо кое-что подкорректировать, пацаны. Проблемка небольшая появилась. Нихуя, блять, это что, это охуенно или хуёво, блять? Как ты? Нужно битрейт сделать чуть-чуть пониже. Блять, а что произошло? Ты, сука, я игру просто... 800 нахуй, вы чё? Да я его все нахуй, откуда 800? Да, я могу теперь говорить то, что я медиагигант, типа я приду куда-нибудь, не знаю, ну, представиться, типа. Здравствуйте, Артур, 21 год, медиагигант.
Я могу так представляться? Это фигня, где можно всех прикилить. Это, короче, РДМная фигня. Короче, РДМ. Для этого отсчет не нужен. Люди делают таймер для того, что является обыденностью на FoosterP. Я не знаю, как этот сервер оценивает, это хорошо или плохо. Хотя, возможно, на FoosterP нету отсчета, потому что люди считать не умеют. Хуго знает. Вводим это на Беброград. Где нахуй я деньги собираю? Я фармлю. Сейчас, подожди. Я тимиться буду. Сейчас забью рубанечку сюда. Я буду тимиться, подожди. Сейчас. Кто тимится? Я с тобой тимю. Всё, это ШД. Это был динамайк. Блять, ребят, вы слышите? Это... Алмазвип, не отходите, Алмазвип, не отходите. Я ещё, сука, не загрузился. Да блять, это пипец, блять! Боль не скрёшься! Просто он просто пип пиять его палками, не отходим, орать, блять, надо. Блять, там Годзилла рыгает, рыгает, я в ахуе. Ребята, я так понимаю, я вообще сегодня не выйду, да, со спавна? Сейчас надо спрятаться у кого-нибудь хати. Блядь. Открой дверь, блядь! Открывай дверь, блядь! Открой, сука, открой, я зайду! Меня пиздят! Открывай дверь, блядь! Ну, спасибо, я уже зашел. Бля, там школа ремонта, я в ахуе. О, забирайся, блядь. Залезай. Я отвечу чуть позже на донат, у меня важная миссия по побегу. Идите нахуй, вы сюда не залезете. Они еще стоят, ждут, думают, кто из них я, блядь. Сука! Охуенно, мне на самом деле с этого всего весело достаточно. Как тебе иметь такое хорошее комьюнити? Мне заебись. Я, когда такие стримы врубаю, я на 100% понимаю, что не будет ничего серьезного. Ну, так помоги ему, он оружие потерял. Помоги ему. Алло, ад. Он полетел. Помогите, оружие чел потерял вон там. У него пропало под картой. Полетел, бля, ныряет уже нахуй. Это что, охуенно или хуёво? Он оружие потерял под полом, они вон там стояли. Рутра, говно. Экспертное мнение, вы слышали? Я тоже согласен, он долбоёб. Вы вороны в ахуе, мужики. Блять. Они вообще нихуя не... Какие истории нельзя рассказывать без ноги? Сногсшибатель. Сейчас. Хули тут делаешь? Это... Я его просто телепортировал, и от него тоже улетел. И мне вовремя за спиной появился. А ты зачем когнитивный хирург нарушил? Вот так вот. А когда это было? Понял, что ты сделал сейчас? Вот а вот буквально минуту назад я тебя угрожал. Чем? Вот так вот. Ты понимаешь, что ты неправильно рассчитал через... Вот так вот. А что это было, ты объясни. Смотри, ты стоял за школой, я подбежал к тебе и начал угрожать гантелей. Так. Вместо этого ты мне уебал. По голове. Путин говорил, если драка неизбежна, бить надо первым. Ну так...
Ну так я и ударил. Ты нарушил когнитивный ХРП, ты понимаешь? Ты через коленвал не рассчитал силу моего удара. Ты видишь тут нарушение? Нет, ты еще и без толкастерина. Ты понимаешь, ты еще и без толкастерина. Нихуя, блядь, это что, это чел с козырей пошел. Админ, ты что думаешь по этому поводу? Админ в ахуе твоего нарушения. Все, он в шоке. Гантели, а кто это? Ну и не угрожаю. Кто такой Гантели? Ну ладно. Гантели не угрожает. Кто такой Гантели? Тэпни его сюда. Тэпни Гантели сюда. Админ, зандук. Тэпни Гантели сюда. Гантели. Где, блядь, Гантели прячь? Ну ты говоришь, Гантели не угрожает. Гантели, где он? Где игрок Гантели? Тэпни сюда, Гантели. Он не понимает. Где тут админ? Он в клоке, нет? Я понял, а гантели где, блядь? Я не знаю. Спроси про гантели, Рувиник. Инт, ну, привет, у меня вопрос. Слышь, он говорит про гантели, который не угрожал оружием, а у меня жалоба на него. Ник Гантели, Гантели. Тэпни его сюда. Так. Гантели. Зандюк, ты тут? Зандук не выкупает, он мне про Гантелия как раз говорит, вон, Гантелия не угрожает. Извиняюсь, можете админа посмотреть, я вон там вот еду сбросил. Не, можете админа поменять, он не вывозит карту. Жалобу, он принял ЖБ, не может разобрать за ФРРП. Ну тогда это, я так считаю. Он заколебал, спамит, ЭКЛ, кто видел ТикТок. Нет, я могу жалобу взять, если хочешь. Давай, давай, нам нужен еще чел третий могу на жалобе. А, Гантели его имя, Гантели. Гантели. Забаньте челика, который спамит вот эту хуйню. Молодцы. Там сейчас у нас вот носок застрял. Так, я говорю, сейчас какой носок? У меня еда застряла. Я есть хочу. Вот ты сейчас будешь... Еда упала. Нихуя, блядь, это что, это охуенно или хуёво? А ну-ка, подожди, я сейчас к тебе на стрим. Боже, как я хочу ебать админ. Блядь, он на стрим за какой пиздец. Гантелия, тэпните сюда. Че он про Гантелия начал говорить и не хочет его тэпать? В чем проблема? Она скажи своим подписчикам, что они такого не писали. Вот, это он писал, причем тут подписчики. Че ты на подписчиков гонишь, если это админ не хочет тэпать Гантелия? Нет, а ты видишь, что они спамят. Да я скажи, что? Они такого не делали. Я им что, пастух? А что он сделает? Что я сделаю? А максимум, что могу, это ФРРП нарушить. Он как раз чел жалобу подал, он не может ее разобрать. Мне говорит про Гантелия. Гантелия тэпнет сюда кто-нибудь? Ну я понял, а Гантелий где? Гантелий. Имя. Игрока. Гантелий. Сука, поменяйте кто-нибудь на Гантелия имя. Гантелий. А, Гантель. Во. Ребят, меняйте имя на Гантелий все вместе. Гантелий, Гантелий. Гантелий. Да, привет. Гантелий, Гантелий. Посмотри, да, там да, чел с ником Гантелий. Вот он, сука, ты что тут делаешь, чё, а, подожди. Долбоёб? Кому ты угрожал? Что такое? Я люблю Гантели. Пошли один на один выйдем. Давай. Начинайте. Я тебя разъебу. Опа. Сука, ничего, я помогу. На, блядь. Добей его. А что происходит? Ну мы ждали Гантели, а вот его сюда тэпнули. Я же говорю, такой чел есть, а вы мне говорите, что нету такого игрока. Гантели штук 30, наверное, на сервере сейчас. Смотри, Гантели, Гантели. Гантели, Гантели, Гантели. Почему они мне не купили, что за хуйня? Гантели. У вас, блядь, не сервер, а качалка, ёбаный в рот какой-то. Гантели 228, чё, блядь? Блять! Ебали мне нахуй подыграть, ебаны. Чё за пиздец? Ты сейчас будешь ебало свой открывать, я обратно в спортмастер сдам, ты сука. А чё за правило 2.12? А за шо его? 2.12. Да, за угрозу Гантелей. Рувиник, скажи, чтобы он все Гантели тэпнул, блять, потом разберемся. Пиздец. Жалко. Чел крысы ебашит, блять. Где он? Где он? Вот точка 12, 1 точка... Да я его все на... Что за 2.12? В чем прикол правила? Я просто зашел на сервер. Правила сервера. Он меня тэпит, чтобы меня постоянно вот так вот скидывать или что? Негры все пидорасы, ебаные, блядь. Негры все пидорасы, будем их ебать. Короче, я ему угрожал гантелей. Нихуя, блядь, это что, это охуенно или хуёво, блядь? Гном Гантелей в студии. А он...
он типа убежал. Дай мне сюда гантелью, я гантели ему убежал. Ну, человек гантели. За что я, блядь, сижу в бане, ну, сука, сюда, я за тэпни. Другое наказание сижу. А, сука, я не могу, блядь. Ну гантелью тэпни. Скажи, тэпни всех разбираться будем. А тэпай всех стрим, гантель что, сюда. Ну тэпни гантелю. Тэпайте всех гантелю, разбираться будем. Годов, ну а в смысле за... нет так. Гантели, гантели. Блядь, они не заебутся. Я хотя бы пустое место, да? А чё за ник? Какой ник на стриме у него? Тупый. Объяснительно мне в развернутом виде на стол положи. Давай это скрипач, блять. А, блять, скрипач. Гантельная скрипка. Скрипач, надеюсь, мы попадем на резку. Рад снова тебя увидеть. Бля, я бы тебя съел, хомячок. Вы мне гантелю тэпните? Нет, я не понимаю. Подождите, а давайте посмотрим, как хомяк идет под Shadow Raze. Во, блять. Блять, нахуй, я тебя забью, сука, иди сюда! Бля, извини, это не туда. Ух ты. Я просто Shadow Raze включил, на меня напали. Короче, гантели отэпните сюда, если их много, то тэпайте всех, будем разбираться. Так, у нас жалоба на гантели. Гантели. Боже, какой же тайминг охуенный под шоудаун. Они же все тэпнутся и перехуярят друг друга. Все, гантели, суки, вы что так делаете? Блять, посмотрите чат просто. Давайте, в линию, в шеренгу, блять, становитесь. Прием, сука, партии товаров в спортмастере примерно так и выглядит, нахуй. Еще всех остальных гантелей тэпайте. Тут стена длинная, давайте. Тэпай всех гантелей сюда, которые есть. Я нарушил когнитивное ФРП. Пацаны, я тоже гантеля, блять. Гантельяндун. Блять, а нахуя все гантели? Ну, все нахуй. Я хочу вспомнить, кто сейчас точно нарушил. А они все на одно лицо и на одну имя. Что жалоба, РДМ? Что у тебя за жалоба? А, чел по Steam ID вычислил меня и разбил ебало. Тебя убивал? Нет, не мне разбил, хомяку. Мне нужны все гантели, которые есть на сервере. Хомяк тоже гантели, оставь хомяка. Да я тут был уже, что ты меня попросил? Опоздание, блядь. Разыскиваться полицией, охраной. Причина гантеля. Все гантели тэпайте, я еще жду. И это не все гантели, которые есть. Теперь мне нужен администратор Зандук. Зандук. Да. Зандук офнулся. Попроси, чтоб зашел. Да вот, сосать. Это срочно, он искал одного из нарушителей гантелей. Зандук офнулся. Ну что, я ему на телефон сейчас позвоню, скажу, зайди. Ну если есть телефон, то звони. Я могу сам позвонить, дай мне телефон. Да, да, я тут. Мне нужна помощь, Зандук нужен администратор. Сейчас будем стоять ждать. Зандука нет. Позовите. Мне нужен Зандук. Все, вон Зандук появился. Зашло два человека таких на сервак. Выбирайте. Двоих тэпайте, быстрее пойдет дело. Ну я Зандук, ребят, вопрос. Это бан на 8 часов. Всех, у кого ник Зандук, баньте на 8 часов, один. Так они на русском, а тот на английском. Это импортозамещение, бля. Постой, не бань. Импортозамещение администраторов. Он русский, нет? У меня вопрос, у меня вопрос. Тэпните Зандука. Бля, там чил мини-фит тянет, прекрати курить. Кто из вас вчера был в женской общаге в 21.09? Проси у своего парня. Ну, это я там 24/7 нахожусь. О, сука, вот мы тебя и вычислили. Вот так вот. Кто тебя курил? А, ну, Кокрин. Там много. Поименно, поименно называй. Есть тут кто-нибудь, кто присутствует? Типан Дырявых там был 100%. Ну там смотри, кто я могу банить такого ник. Ребят, делайте ник кто-нибудь Степан Дырявых. Степан Дырявых. Он сказал имя Степан Дырявых. Нам нужен человек с этим именем. Степан Дырявых, Степан Дырявых. Степан Дырявых, тэпните, Степан Дырявых. Дырявых. Сейчас тэпнем Степана Дырявого и будем разговаривать. Тэпните сюда Степана Дырявых. Да, он, сука! Имя точь-в-точь. Становись. Так, а мы как жалобу-то продолжаем, ведем? Продолжаем жалобу. Степан Дырявых убил человека. С кем жалобу? Степан Дырявых убил человека. Получается, я их всех ретурную жалобу. Нет, они должны это все подтвердить, ребят, правда? У меня, короче, записано все. На них 21.09, женской общаге человека убил, взял, после того, как покурил мини-фит. Смотри, Степан Дырявых. Смотри, вот Степан Дырявых. Он вчера покурил вот этот вот мини-фит. После этого он убил человека в женской общаге.
вчера в 21.09. О, получается, они все были свидетели. Привет, Степан Дырявых, у тебя масс РДМ идет. Чем просто имя поменял, называется. Я думаю, банят. Степан Дырявых, у тебя 9 убийств за 3 минуты. Как ты это можешь... согласовать. Ты посмотри на его кипаре. Вот так, в смысле согласовать? Манифон. Они вчера были все согласованы с минифитом. 9 убийств? Да. За 3 минуты? Все ну там спидран был. У тебя демка есть? Да, диктофон. Диктофон, все было записано. Степан Вишня отрицает, молчание, знак согласия. Вот так вот. Да, в женской общаге все было. Шалтай-болтай. Че, нет, кинь мне свой фейсбук, я тебе позвоню. И там обговорим. Давай, связывайся, ты демку хотел, он тебе покажет. Дискорда нет, есть Facebook. Не надо уже. Фейсбук. Тогда без доказательств его бань. Без доказательств бань его, давай быстро. Степана Дырявых за РДМ. 9 человек заебашил, женская общага. Минифит, откинь мне, пожалуйста, демку в Дискорд. Я тебе сейчас позвоню, или ты мне позвонишь? У него нет Дискорда, он его на Фейсбуке зарегистрировал. За шо, блядь, какой 8 часов? Кто меня забанил, блядь, за 1.7? Меня забанили за то, чего я не нарушил, блядь. А можно ему сразу пермачом на доколоде сказать, чтобы он сразу пермачом банил этого кирпача? Да, откажется. Я бы давно пермачом, давай что-то. Чё, Максим, разрывается? Блядь, Инт вообще, в принципе, не может предложение сформулировать, куда он лезет. Да, наверное, нет на него. Наверное, там 600 человек заявок. Я тебе даже скажу, сколько он сейчас на стриме сидит. Так, у него сейчас на стриме сидит... Расследование. 600 зрителей. 1.7 перебан сделайте, пусть и миссит. А, там угорает, сидит.